Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру «Время, деньги». И, значит, Леонид у нас есть здесь, и, значит, в прошлой серии мы поиграли, значит, доход у нас, значит, составляет 64 тысячи, но... А, нет, значит, наличка у нас 40 тысяч, а дохода 64, но с минусом всяких вот этих плюшек у нас выходит чистыми 42 тысячи. Но у нас еще кредит в банке. Ага, это у нас пассив. Нет, да, пассив, не пассив. Актив. Это то, что мы сдаем в аренду, да? Старый деревенский домик у нас. Можно, в принципе, его и подороже продать. Значит, старый садовый домик у нас есть. Так, ну это мы тоже его пока сдаем в аренду. Так, делаем ход и смотрим, что у нас будет интересного сейчас. Ах ты, ё-моё, трата денег. Леонид, а? Подписка на финансово-образовательный журнал. Вскоре окупит себя, будьте уверены. Расходы 750 рублей. Ну ладно, если окупит себя, то будет хорошо. Ладно, согласен. Пускай, 750 рублей, не такие большие деньги. Так, раз... А, в смысле, подписка будет каждый месяц у нас? Плохо, ну ладно. А отписаться нельзя от этой подписки или... Скажет, хочу читать. Ну, читай. Так, 84 тысячи. Недвижку мы навряд ли купим. Мы посмотрим, что можем купить. Ух ты, да. Смотри. Первый, пустой участок в садовом хозяйстве. Мы его потом можем продать. Ну что ж. 52 тысячи, ну давай купим. Ладно, деньги у нас есть. Так, 32 тысячи. Сейчас мы... А, нет, подожди. 32 тысячи, недвижимость. Давай еще посмотрим, что у нас есть. А, офигеть, у нас не хватает денег. Доходы всего лишь 1390, ну, нам предлагают взять кредит. Ну, что, берем кредит или нет? Опять-таки, я сколько раз уже говорю, да, кредит брать вообще не очень хорошо. Берем на год. Ага. Ладно, оформим. Оформим кредит. Офигеть, смотри, у нас денежный поток уменьшился. Ладно, берем. $35 000 был 50 когда-то. Чему уменьшился? Ну ладно. Да нет, ну год пройдет, мы отдадим кредит, ничего страшного, потом начнет рост. Так, мотивация. Вы успешно окончили обучение и добавили нам время. 12 часов. Времени дофига у нас. Декабрь. Совет месяца. Большие доходы к большим тратам. Ваши траты и ваша потребительская корзина всегда будут расти с увеличением вашего состояния. Изначально корзина всегда составляет 15% доходов. Ладно, понял, хорошо. Это нам объясняет в игре, как идет. Так, страховка. Спортивная страховка. Спорт это прекрасно, но никогда не забывайте о возможности под наступления случаев, именуемых страховыми. Добровольное страхование поддержит вас в случае спортивных травм. Да, оформить, нет, отказаться. Ладно, попробуем. Ну, давай, оформим. 250 рублей, в принципе, небольшие деньги. Так, дальше играем. Так, сколько же у нас денег? Так, 35 тысяч, да, наличными? Давай посмотрим, тогда недвижку мы ничего не покупаем, бизнес, давай посмотрим малый, значит, копирайтинг, попробуйте себя в роли фрилансера. Перспективы, существенно увеличить прибыль, для этого необходимо маркетинговое и гуманитарное образование, цена 2500. А доходы, ну, в принципе, неплохо, берем прибыль через 2 месяца, берем. Так. Отдых. Вы успешно окончили обучение. Так, время 16 часов. Офигеть, у меня дофига времени. А, смотри. Дешевый рекламный щит в соответствии с текущим рынком недвижимости. Договор аренды на дешевый рекламный щит изменен в части ежемесячной оплаты. Плюс 60 рублей. Хорошо. Да, у нас рекламные щиты увеличиваются. Даже нормально. Новое знакомство. Субботняя поездка в пригородный дом отдыха во время занятий спортом благодаря своим навыкам общения. Вы познакомились с отличным человеком из силовых структур.
Он сразу же составит вам компанию в спорте, и, быть может, вам пригодятся его профессиональные сферы. Человек из силовых структур. Спасибо. Посмотрим, что он может дать. Так, финансовая пирамида. Опять-таки, ребята, финансовая пирамида, мы не участвуем. Это ты просто пью, потратишь деньги, выкинешь их в форточку. Открой форточку и выкинь туда деньги. Это равнозначно. Нет, спасибо. Отказываемся. Дальше. О, копирайтинг. Первая прибыль. Актив копирайт стал приносить 2000 рублей в месяц. Так. Доходы. Отлично. Да, денежные доходы у нас увеличиваются. Давай бизнес открываем и малый. Так. Ух ты, хендмейд, у нас не хватает времени, смотри, времени не хватает. Ага, а доходы от 5 до 9 тысяч. А мы же работаем с вами, да? В этом самом, как его, господи, скажи мне, я тебе скажу. Такси, да? 30 часов занимает времени. А здесь сколько времени? Требуется времени 47 часов. Ладно. Так, продать это возможность. Так, то отказываемся, да? Не хватает свободного времени. На что я много трачу времени? Репетиторство. 30 часов я трачу. Сколько я там в репетиторстве получаю денег? 4 тысячи. Не, нормально. Ладно, ничего страшного. Отказываемся от хендмейда. У нас нет времени. У нас много кушает ломбард 55 часов. Сколько ломбард приносит нам денег? А, ломбард очень хорошо приносит. Нет, мы отказываться не будем. Ладно, ничего страшного. Нам нужно накопить денег. Так, а чтобы накопить денег, нам нужно погасить банк. Заходим в банк. Смотрим. Так, депозитов у нас нет. О, смотри, у нас депозит, можно положить 5%. Это очень мало. Ну, а также есть срочный годовой депозит под 10%. Так, а ну-ка, это мы депозит положим сейчас. Кредит. Я хотел кредит погасить, смотри. Новый гараж, 48 тысяч, осталось 7 месяцев. Давай его погасим. Вот этот погасим. И... А мы этот сможем погасить? Так. Вот так вот. Гасим. Так, ну сейчас посмотрим. Мы должны вернуться на свои 50 тысяч. Так, здесь мы ничего не можем, ни движку, ни бизнес. Ну, бизнес, давай посмотрим, малый бизнес, что у нас дает. Лечебный массаж. Ну, у нас и времени нету на лечебный массаж. Ладно, отказываемся. Так, смотрим. Вот, вернулась. Кредит на новый гараж тщательно закрыт. Спасибо. Денежный поток у нас увеличился на 52 тысячи. Ну, стал 52 тысячи, был до этого 30 с чем-то. Если есть такая возможность, кредит нужно закрывать сразу. Появились деньги, закрой кредит. Зачем ты банку даешь деньги каждый месяц на этот кредит? Появились деньги, кредит закрываешь. И у тебя сразу денежный поток увеличивается. Это очень хорошо. Так, значит, смотри, экономическое обучение, значит, да? Так, 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 так. Ух ты, мы что-то закончили, у нас время появилось. 28 часов свободного времени. А в банке, так, банк не можем пока открыть. Давай еще попробуем управление временем, да? Может, что-нибудь еще освоим. Нам время нужно. Вот, смотри, у нас есть рабочий день. Так, читаем. Рабочий день. Между целями и результатами лежит большое количество рутинной работы. Как ее организовать? Как проложить верный путь к достижению результатов, укладываясь при этом в плановые сроки? Настройте личную систему планирования рабочего дня с использованием жестких и гибких задач, чтобы планировать реалистично и всегда успевать выполнять главное. Понял? Жесткие и гибкие задачи должны быть. Планируйте день за днем, используйте разные цвета в ежедневнике. Надо еще ежедневник завести. Так. Создайте стратегический план, освойте идею жестких и гибких задач. Значит, оставляйте резервы для жестких задач. Разумная пунктуальность, готовьтесь к худшему. Так, разовый платеж 3500. Освобождает 12 часов времени, офигеть, берем, покупаем. Сколько у нас там получается, все нормально? Хорошо. Так, возможность. Денег у нас нету, ну давай посмотрим, недвижимость малая. Так, не хватает наличных, возьмите кредит. 12 соток, можно потом перепродать. Ну давай возьмем, попробуем кредит. Мы можем взять, смотри,
Ставка у нас все равно 15%, да, будет. Ну, давай такую на год возьмем, оформить. И мы его потом сразу же погасим. Мы покупаем эти 12 соток. Угу. О, старый киоск подорожал на 10 рублей. Аренда, да, выросла. Пойдет, ладно, не сильно много. А, вы оптимизировали актив. Благодаря знаниям и опыту вы оптимизировали ломбард. За это время изменились на 5 часов. На 5 часов, это очень хорошо. Так, управление временем уже. Давай возьмем тогда семинары. Как бы денег у нас не хватит на высшее образование. Так, кто такой арт-дилер? Рынок классического искусства. Практика общения, второй уровень. Вот это хорошо. Вот это берем. Так. Садовый домик. В соответствии с текущим рынком недвижимости, договор аренды на садовый домик изменен. Короче, подешевел на 120 рублей. Ну ладно, ничего страшного. А этот на 50 рублей еще. У меня же два садовых домика. Ладно. Месяц май. Совет месяца. Вы можете уволиться с работы, кликнув по ней в любой момент. Обратно вы сможете вернуться в течение 3 месяца. Ладно, я пока такси работаю, пускай работаю. Потому что я купил дорого. За 30 тысяч такси я докупил, а 2 тысячи прибыль. Пусть окупится уже капитально. Так, это что такое у нас? А, репетиторство. Вы размышляете о расширении услуг. Я же репетиторством занимаюсь. А, групповые занятия, разный возраст. Какая будет специализация? Широкая для разных клиентов, либо узкая, определенный клиент. Давай широкую возьмем для разных клиентов. Угу. Так, гараж, аренда у нас на 20 рублей поднялась. Ладно. Так, возможности. У нас есть 135 тысяч. Давай посмотрим недвижку малую. О, киоск. Не хватает денег, офигеть. Так, ну киоск, у нас доход 15 тысяч будет. Офигеть, уберем. Цена всего лишь 260, а доход-то какой большой. Новый киоск в хорошем районе. Берем. Так, а, кредит надо взять. Ну, давай возьмем кредит. Так, на год, допустим, да? А, давай возьмем на 2 года, но зато будем меньше платить в месяц. И потом мы его закроем. Так, оформить. И покупаем. Есть. Денежный поток у нас 60 тысяч. Ну, мы сейчас заработаем и сразу будем покрывать вклады наши, да? Помощь родителям. Смотри, ваши родители выходят на пенсию, им потребуется ваша материальная поддержка. Расходы 3000 рублей. Это разово или каждый месяц? А, каждый месяц. Ну, ничего страшного. Родителям надо помогать, поэтому ничего страшного. 3000 рублей. Мы заработаем. А родителям помочь надо. Мы заработаем деньги. А родители у нас не вечные. Поэтому помогать родителям нужно. Это хорошо. Так, дальше. О, новое знакомство. А выходные прошли замечательно. Поездка за город. Шашлыки, веселая компания, благодаря своим навыкам общения, вы завязали теплое знакомство с человеком, работающим в госаппарате. Если поддерживать знакомство, он сможет помочь вам в старте или защите бизнеса. Вот, хорошо, хорошее знакомство. Так, у нас сколько денег? Мало. Так, ладно, сейчас месяц еще один зайдет. А, нет, нифига не зашел. Так, недвижку посмотрим. Давай посмотрим среднюю. Или малую. Давай малую посмотрим. Новая дача. Нам опять-таки предлагают купить дачу. Цена 320, а доходы 6 тысяч. А, можно сдавать ее в аренду. Берем кредит. Отказано банком. В смысле? Так. Банк уже не хочет нам кредит давать. У нас дофига кредитов. Блин, ну что ж, ладно. Нет так нет. Придется отказаться. Так, ладно, сейчас. Обучение пришло. Июль месяц, смотри, закончился. Совет месяца. Наиболее перспективные и прибыльные активы можно найти только обладая широкими знакомствами и образованием. Также прибыльнее тот бизнес, который может развиваться. Малый развивается в средний. Средний развивается в крупный. Начните с малого и получите больше. Сейчас я сразу же погашу себе эти все кредиты. Так, вот у нас еще есть кредит. Мы гасим. А почему так? Деньги-то что? Ага.
Давай частично хотя бы погасим. Так, все, погасил. Да, ну давай частично. Ну, все, погасил. Частично хотя бы нужно гасить. Так, 3000 осталось. Давай семинар какой-нибудь посмотрим. Искусство общения хватает. Ооо, 125 тысяч. Это очень дорого. Так, у нас не хватит. Так, 25 тысяч тоже не хватает. Бизнес-стереотипы. Как раскрутить блог. А вот это нужно, потому что я блогом-то занимаюсь. Давай возьмем кредит. 10 тысяч. Оформить. Так, покупаем. И, короче, мы сейчас его закроем, этот кредит, через месяц. О, смотри, деревенский дом, возможность улучшения. Дом в старом состоянии, но после основательного ремонта его стоимость существенно вырастет. Стоимость недвижимости вырастет на 80%. Цена 50 тысяч, но не хватает денег. Опять берем кредит, мы его закроем. Ничего страшного. Денежный поток у нас 53 тысячи. А, репетиторство. У вас не так много клиентов, поэтому диверсификация бизнеса хорошо помогает делу. Доход от репетиторства 50%. Так, квартира в столице, у вас не хватает денег, я знаю. Пока мы дойдем до этого. Так, репетиторство 4300. Так, такси мало, мне 2000 всего лишь приносит. А ну-ка, а времени занимает много. Подожди, где у меня такси? 30 часов, можешь продать его? Продать такси. Ладно, пусть пока будет, ничего страшного. Мы только времени же тратим. А, хотя, в принципе, у нас 30 часов свободного времени есть, поэтому пока не будем. Тем более, так, рабочий день мы освоили, еще плюс 12 часов. Это хорошо. А, новый гараж, смотри. А, уменьшилась аренда, ну ладно. И, 200 рублей рекламный щит уменьшился. Плохо. Так, значит, что у нас совет дня, совет месяца. Если предлагаем вам собственность не может приносить стабильный доход, задумайтесь, может быть, со временем ее цена вырастет, и вы можете продать. Понятно, спасибо, мы это знаем. Так, пока деньги есть, ну давай это погасим кредит. Гасим. И вот это сейчас погасим. Отлично. А у нас что еще? Вот такая, такой небольшой кредит. Почему нам не дает его погасить? А, не хватает денег, да? Давай хотя бы частично его погасим. Есть. Так. Помощь знакомому, смотри. А ваш знакомый силовик, которым я познакомился, да, на шашлыках, попросил вас помочь в сфере вашей деятельности. Вы не смогли отказать, конечно же, человеку. Да и не стоило полезное знакомство, должно быть обоюдовыгодными. Так, требуется 8 часов. Да, ладно. Да, он мне что-нибудь поможет. Надеюсь. Так, подожди, так, у нас 62 тысячи, так, давай посмотрим бизнес, малую недвижимость, так, хороший деревенский дом, мы его можем потом перепродать, не хватает денег, занимаем кредит, берем кредит, потому что мы как бы легко отдаем, потому что у нас появляются деньги, мы кредиты эти закрываем, у нас получается, как бы мы деньги вкладываем в недвижку, это очень хорошо. Так, 340 рублей, так, недвижимость. Давай посмотрим среднюю, хотя мы ничего не покупать не будем, пока кредиты брать не будем. Среднюю посмотрим. Ага, а сетевой ресторан сразу нам дает 62 тысячи рублей, 3 миллиона 200. У меня в начале игры 2 миллиона только было, поэтому... Мы не сможем его освоить, этот, даже сразу не смогли бы средний взять этот бизнес. И мы просто посмотрим, да и откажемся. Тем более кредит нам никто не даст, очень много стоит эта штука. Сетевой ресторан. Помещение, построенное с прицелом на сдачу, долгосрочную аренду сетевым рестораном. Ну, доход хороший, 62 тысячи, ладно. Отказываемся, конечно же. Ну... А мы потратили 2 миллиона, считай, у нас поток-то 60 тысяч мы зарабатываем. Видишь, как, в принципе, маленькими всякими этими сдачами. Так, что у нас там получается, можно продать? Садовый домик, смотри, 260-260, старый гараж 110-110. То бишь, это что, актив наш? А мы продать его можем, допустим, больше? Так, старый садовый домик. А садовый домик нам приносит же деньги, доход. Давай посмотрим. Садовые домики и гаражи нам приносят деньги. А что мы покупали такое, что... А, вот деревенский дом, возможность улучшения. А ну-ка.
А, тут можно погасить. А, у нас это кредит. Еще что? Ничего, ничего. Так, подожди. Активы. Пассивы. Хороший деревенский дом. Активы у нас идет. Что, на чем мы зарабатываем, да? Старый киоск. Это все мы зарабатываем. Так. Доходы у нас по садовым домикам идет, по старым гаражам. А что мы там покупали, что можно потом продать, а? Пассив. Актив. Так, вот здесь. А, вот деревенский дом. Смотри, видишь? А старый дом в деревне можно продать и отремонтировать. За 87 тысяч цена. А почем мы его покупали? А, мы его покупали за 86, а сейчас мы 87. Нет, пока не надо продавать. Ладно, пока продавать ничего не будем. Так, вы успешно закончили блок, закончили обучение, как раскрутить блок. Так, старый гараж подешевел, ничего страшного. О, смотри, старый садовый домик, возможность улучшения, цена 210 тысяч. Так, а у меня-то не хватает денег, правильно? А, 21 тысяча, ну ничего страшного. Управление временем, а что у нас что-то еще осталось, что ли? Так, смотри, приоритеты, давай посмотрим. Приоритеты, все, нельзя успеть. Нужно выбирать. Это не значит отказываться от каких-либо целей навсегда. Определите, какие цели для вас приоритетны на данный момент. Научитесь отсеивать лишние, навязанные дела. Тратьте ваше невосполнимое время на главное. Научитесь говорить «нет». Покупайте чужое время, делегируйте и контролируйте. Определите приоритетность задач. Разовый платеж 1000 рублей освобождает времени 8 часов. Я согласен. Берем. Ну что ж, на этом мы серию заканчиваем сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.